Привет, вы на канале «Будни автовышкаря». Погнали! Ну что, наконец-то новогодняя серия, новогодний выпуск. Ну вот, у нашей елочки стоим городской. Посмотрите, кстати, какая у нас красота, какая у нас красивая старинная площадь. Водонапорная башня, вот всю сцену ставят. Вот это горочка для детей, всякие инсталляции. Такой, знаете, городок старинный, но очень ухоженный. Ну так вот, значит, итоги года мы подведем, я думаю, в цифрах. Это будет самый правильный вариант. Значит, для начала сделаю небольшую вставочку по поводу измельчителя. Давно хотел показать работу, фотографии немножко более подробно. Новый желтый измельчитель, я за него рассчитался, я его переоформил на себя. И, собственно говоря, немножко про него, а потом какие цифры я вам предложу. Значит, я вам предложу цифры по автовышке, сколько она заработала, какой процент заказов был наличка, без наличка. Вот, и буду смотреть по времени, если выпуск влезет, еще предложу вам цифры. Вон он прячется. Вот, желтый, наш не желтый, наш синий прячется в кадре, он стеснительный. Это наш экскаватор, который помогает монтировать сцену. Если влезут цифры, я расскажу в этом видео, нет, в следующем. Все, поэтому устраиваемся поудобнее, заряжаемся новгородским новогодним настроением и приятного просмотра. Итак, мы переместились в офис. У меня новогодний колпачок, у меня тетрадочки. Я думаю, это крайний год. Дальше мы уже будем в цифровом формате это все записывать. С автосуммами, с Excel и все как положено. Итак, интригующий момент. Кто, что, сколько заработал. Поехали. Дробилка желтая. Желтый измельчитель дробилок. Я сейчас ссылочку прикреплю. Надеюсь, эти ссылки прикрепятся сюда или сюда. Как я ее покупал, что это? Значит, я ее купил за 400 тысяч. Дробилку я уже отбил на сколько получается? 208 тысяч она мне принесла. Соответственно, 400 минус 208 получается 192 тысячи. В общем, ну, грубо говоря, с учетом там 30 литров бензина, она купила себя наполовину. Справедливости ради сказать, что, ну, в любом случае я за нее рассчитался, но она вот эти 200 тысяч принесла буквально за 2 или 3, ну, месяца 3-4 пускай, ну, месяца за 3. Вот она принесла половину. Так что я считаю, очень интересный проект. Хлопот с ней особо нету, как и с любым измельчителем веток. Самое главное – точить ножи. Будете точить ножи, все у вас будет хорошо. Хочется с гидроподачей, но мы попросим у Дедушки Мороза. Вот, может, он нам в следующем году поможет. Дальше. Измельчители. Значит, измельчитель веток, который маленький. Я его тоже покупал. Ссылочку куда-нибудь сюда прикреплю. Вот, я его купил за 85 тысяч, я его купил со всей мелочевкой туда-сюда. В общем, он себя за год окупил. Он себя окупил. Вместе с покупкой, там, ножами, всякой мелочевкой, дополнительным окном, он мне встал в 115 тысяч 500 рублей. Принес он мне 130 тысяч рублей. Соответственно, в плюсе я остался 14 700. Все болячки я на нем устранил. И, кстати, мало ли кому интересно, я его выставил на продажу на Авито за 125 тысяч. Понятно, что покупал я его дешевле, но, тем не менее, и болячки убрал, и окно большое поставил, и ножей купил комплект. И, в принципе, жизнь за год стала очень дороже. В прошлом году новый стоил 160, а я у этого, там, да, можно сказать, первый хозяин. С документами все дела. Вот, так что, кому интересно, пишите, звоните, на Авито его там сами найдете. Очень такой неплохой бизнес. Немножко отвлекусь. Очень все-таки правильно было решение взять его, зарыть немножко денег, чтобы все узнали, что у тебя есть измельчитель. И почти все клиенты, которые пришли на желтый измельчитель, на большой, они пришли от маленького. То есть они уже знали, что есть, и сарафан пошел. Поэтому вот это правильное решение, чтобы была небольшая вкладка, и потом только развиваться.
Вот. А, дальше. Пни. Дальше. У нас же есть еще измельчитель пней. Значит, с этим проектом пока потяжелее. Он обошелся в 240 тысяч, но справедливости ради скажу, что он новый, и, в принципе, он не попросил ничего. Парни единственное прислали мне трос и стартер, но это по гарантии. Вот, да, опять же, молодцы. Ставлю, так сказать, лайкосик блогерский и пользовательский, потому что все прислали, все хорошо, за свой счет, транспортный, вот прям никаких проблем. Кому надо, контакты дам, поделюсь, как бы покупайте. У них сейчас новые модели с электроприводом этих измельчителей. Поэтому, да, штука интересная. В общем, отбил он себя примерно на половину. Ну, там, что-то около 100 тысяч рублей. И хочу сказать сразу, было частников мало. В основном были организации, и я его впихивал туда, где был комплекс работ. Поэтому, по большому счету, если 100 тысяч он мне принес именно по отдельным организациям, а вот эти подряды, которые я брал, я не знаю, как его посчитать правильно, потому что если я по диаметрам пней буду, это не рыночная цена будет, по которой я работаю, но в совокупности я бы сказал, все-таки он себя отбил ровно в ноль, потому что сотка чистыми и 100 с хвостом он помог непосредственно заработать. То есть он участвовал в проектах, он участвовал в проекте, сейчас ссылочку, там, если прикрепится, мы школу опиливали первую, прошлое видео тоже, да, можете посмотреть, он тоже везде участвовал и очень много где было моментов, он помогал зарабатывать деньги. С этим разобрались. А теперь самое главное. Экскаватор и автовышка. Но поставьте на паузу, на секунду видео. Вот. И скажите, как вы думаете, какой проект оказался интереснее? Какой проект принес больше денег? Поставьте, напишите в комментариях. Ну, сами себя потом проверите. А мы начинаем. Итак, экскаватор. Ссылка там или там. На цифры прошлого года, я их вижу, но говорить вам не буду, посмотрите лишний раз на меня. Вот, прошлый год проект был минусовой, жестко минусовой. Я его только купил, ездить было некому, еще ничего не сломалось из того, что сломалось потом в будущем. Итак, какие были большие вкладки? Значит, с чем он нас огорчал в этом году? Масла, фильтра, шестеренки. Да больших вкладок на самом деле особо и не было. То есть, потому что запчасти стоят дешево, но они нужны были постоянно вообще. Значит, давайте из большого. Я купил челюстной ковш 120 тысяч. Очень хорошая покупка, очень удачная. Сам ковш, конечно, конструкция хлипкая. Что говорить, его выгибает, его распирает, там, его надо усиливать, мы этим занимаемся, но свой функционал он делает, хаб работает, и перемещать грузы, пни, песок, сыпучку мы можем, да, и нас теперь приглашают намного больше, тот же снег, поэтому что у нас еще? Два раза мы его раскатывали, да, меняли сцепление раз, меняли сцепление два, делали все это своими силами. И бесконечное количество резинки, болты, гайки, шестеренки, тосол, масол. Вот что может только случиться, все вот было. В общем, по итогу на него потрачено с учетом погрузчика фронтального 323 494 рубля. Ну, короче, 325 тысяч, пускай так. Вот. А заработал наш друг 971 980 рублей. Значит, налички частников было где-то 63%, безнальщиков всего 37%. То есть делаем какой вывод? Для частного сектора экскаватор, ну, в моей локации, по крайней мере, интереснее. Вот, и при большом желании можно обойтись без безнала, без ИП. Вот. Ну, соответственно, 900 минус там 300, получается чистый заработок у меня 648 тысяч.
488 рублей. Здесь уже вычтены зарплаты машиниста. Единственное, что мы сейчас для чистоты эксперимента отнимем 1/5 от общей суммы солярку. 129 тысяч 600 рублей. Ну, пускай там 130, хорошо. Итого 648 486 минус, ну там, 130 тысяч, получается у нас 518 тысяч. Ну, грубо говоря, чистыми за год он принес 500 000. И мы разделим это на 12, получим, ну, 43 тысячи он вам принес. То есть, с учетом найма машиниста, с учетом всех покупки ковша челюстного, вот получилась такая сумма, 43 тысячи в месяц, он мне что-то вроде там дивиденда капает ежемесячно. Да, очень хлопотно, постоянно съезди, купи, привези, вот это все. Если бы я сидел сам за рулем, соответственно, 1/4 этой суммы прибавьте вверх, потому что машинист у меня строго получает 1/4 от суммы заказа, и прибавьте вот эту стоимость челюстного погрузчика, то, в принципе, вот если бы я его не покупал, тогда получилась бы сумма весьма внушительная, больше 1 000 000. Да, да. А мы давайте сейчас не поленимся и посчитаем. Значит, ну я буду с грубыми цифрами, чтобы быстрее считалось. 680 мы делим на 4, получается 170. Это заработал машинист. Но справедливости ради скажу, что машинист у меня работает не только на этом экскаваторе, поэтому его сумма денег больше в год получается. 170 плюс 680, уже 850, и прибавляем ковш, который бы я мог не купить, получится 1 970 000. Вот сумма, которую можно заработать, сидя самому. Вот такие дела. Вот. Опять же, в расходы вписаны расходы на ремонт, которые машинист выполнял, потому что я ему за мелкие работы я ему не плачу, какие-то глобальные работы, там усиление рамы, переборка, то есть, да, мы с ним это отдельно проговариваем. Поэтому считайте 1 000 000. Все, зафиксировали сумму. Вот, 1 000 000, если сам, и там 500 000, если не сам. Вот как-то так получается. Такие суммы. Ну, и переходим к автовышке, к автовышке, к автовышке. Очень цифры интересные оказались, если честно, даже для меня. Значит, чем она нас огорчила, эта автовышка, в начале года? В начале автогода мы, этого года, мы ее сходу уже, мы эту автовышку сходу начали перебирать. Ну и что у нее делали? Прокладку ГБЦ меняли. Работа 27 тысяч, запчасти десятка. Если прикрепится, ролик прикреплю. Честно говоря, впечатление по этому моменту двоякое, потому что содрали с меня денег тогда много. 27 тысяч для старой Русы — это слишком. Да много, короче. И самое главное, что ремонта хватило ненадолго. То есть, да, была поднята прокладка, никто не сказал, что гильзы ушли вниз. Видели, не видели. Мотор был весь в эмульсии, этого было невозможно не видеть. То есть одно дело, что пошли газы, второе дело, и температура начала расти. Другое дело, что весь мотор в эмульсии. Но этого якобы никто не видел. И через буквально там 3 недели у меня как раз вот пришел работать Юра. Он же эту автовышку вскрыл, и выяснилось, что вот такая история. Поменяли резинки, поменяли все эти истории. И с тех пор, тьфу-тьфу-тьфу, все у нас на месте, антифриз на месте, тосол на месте. Да по большому счету и все. И последний наш ремонт, который был в прошлой серии, он меня тоже огорчил на 30 тысяч рублей. Вот, ну там, 35, если грубо. Вот, соответственно, всякие резинки, капролон, стрелу мы перебрали, тоже немаловажно. Недорого, но такой серьезный объем работы был. В общем, суммарно, автовышка попросила на свою работу 171 248 рублей. Вот, зафиксировали эту сумму. Вот, заработала вышка,
890, а я сейчас буду фиксировать сразу тоже для себя, 892 281 рубль, ну, 893 она заработала. Соответственно, доход минус расход мы получаем 721 033 рубля, ну, 720, грубо говоря, 720 тысяч – это заработок, а-ля чистый, но мы вообще же дотошные, да, мы же 720 мы разделим на 5, получим 144 тысячи – это на солярку, вот, и отнимем 720 минус 144 – 576 тысяч. Почему мы делим на 4, не на 4, а на 5 по солярке, да? Потому что, ну, во-первых, в принципе, все условно. Где-то она стояла на холостом, где-то она ехала ходу. Но и солярку я покупаю не на заправке, поэтому вот на 1/5 это даже я беру с запасом. Но мы берем самый такой вариант. Итого, получилось 576 тысяч она принесла. Делим мы эту всю историю на 12, получается 48 тысяч. Опять же, что автовышка, что экскаватор, они участвовали в комплексных проектах. Да? Мы один заказ государственный сделали, второй, третий. И, скажем так, тот вклад, который она внесла, ну, к примеру, контракт 500 000, и самое сложное, 60% было сделано с вышки. Да, это все размазывается, зарплата ребятам, там экскаватор, самосвал для дробилка. Ну, самое сложное сделано с вышки. Я эти косвенные деньги никак не посчитаю, но какую-то отправную информацию мне вам нужно предоставить. И вот здесь, в отличие от экскаватора, 68% это безнальщики. Это безнальщики. И даже вот из тех 32, которые наличка, это было, когда безнальщики, ну вот, ну, не успевали, потом забывали это все, залог вернуть. То есть, ну пускай 68 тысяч. Ну и что у нас в итоге? Мы получаем, что такое интересное, 48 тысяч в месяц принесла чистыми, с вычетом зарплаты, с вычетом солярки, с вычетом ремонта. Приносила вышка, и 43 тысячи принес в месяц экскаватор. Вот такие вот дела. 91 тысяча. Есть, конечно, косвенные расходы, да, которые там аренда помещения, офиса вот этого, аренда склада, где мы находимся. Ну, есть косвенные заработки, есть косвенные доходы там. Поэтому одно, второе компенсирует. Это уже за вычетом вот всех налогов, все как вот такие цифры. Чтобы я себе взял, все-таки я сделал правильно, что сразу купил автовышку, потому что по сложности ремонта, конечно же, экскаватор намного сложнее. Вот я надеюсь, в этом видео вы уже видели, как мы ездили, искали кардан. Вот, поэтому... Если вы, например, не умеете варить, у вас нету там токаря знакомого, еще чего-то, МТЗ вы не потянете. Это все. Вот имеется в виду экскаватор. Сам трактор, шасси, вот у меня у отца, да, он брал новым, ему там уже много лет, но никаких проблем нету. С экскаватором, ну, он пропашной трактор, мне об этом говорили сразу. И даже то, что я взял балочный, да, он тянет, он держит работу, но постоянно что-то надо крутить. А с автовышкой, да, с автовышкой приехал, разложился, на холостых отработал, уехал. Но опаснее, конечно, работать на автовышке. Надо быть намного внимательнее, погода уже сильно очень влияет, ветер, все остальное, дождь, кто у тебя в корзине находится. То есть тут надо крепко подумать. И опять же, да, все зависит от той конкуренции, которая непосредственно в вашем регионе, в вашей локации, в вашем там городе, селе. Там, то есть, потому что, может быть, там 3 автовышки на весь город, как у меня, и там, да, там 8 экскаваторов, а может быть, там 80 автовышек и там 20 экскаваторов. Все по-разному везде, поэтому тут надо подгадывать под себя. Вот, в принципе, такая история. Вот так прошел год.
Вот такие, парни, получились цифры по автовышке. Вот. Написал все как есть. Единственное, что, знаете, я, может быть, не учел дифференцированный заработок этой автовышки с контрактных объектов, то, что мы брали. То есть, да, где мы однушку опиливали, вторую на кладбище. То есть я часы посчитал, сколько она проработала, но какой вклад она внесла в это, да, это уже как бы совсем другая история. Считал я без учета, соответственно, зарплат машиниста. Вот, и солярку тоже я вычел. Вот, такие получились цифры. Так что, кому понравилось, ставьте лайк, отпишитесь в комментариях, как вы считаете, как прошел год вашего деревенского стартапера. Вот, ну, собственно говоря, все. Всех хорошего, всем с наступающим, всех хорошего настроения, всем здоровья, крепких семей и, что немаловажно, мани. Все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Ну и обещанный по скриптум крайний заказ, я думаю, в этом году. Ну, заказчик, благо, нормальный, адекватный, я так считаю. Вот. Заказчик, вот. Наконец-то дошло время украсить свой дом. Всем все украсили, вот только на себя все было не было времени. Темнеет рано, ребята заканчивают уже в потемках, но они и начинали, честно говоря, почти в потемках, сделали все быстро. Вот, там у нас висит Дед Мороз, такой вот висячий. Вот, как-то так. Так что, такой вот прошел у меня, такой вот у меня прошел автовышечный год. Так он сложился, год был хороший, позитивный и, в принципе, самое главное, динамически развивающийся. Потому что шло направление, росли заказы, росло качество заказов, рос объем заказов и как-то так. Все, поэтому всем спасибо за просмотр, теперь уже точно, и до Нового года. Всем хорошо погулять, пока! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell...